Ну, думаю, что юмор это когда хорошо себя ведешь. Юмор это какая-нибудь там смешная история, там какая-нибудь шутка. Ну, это когда ты что-то рассказываешь смешно. Когда человек очень много шутит, и ему иногда говорят, ну ты юморист. Юмор это такая эмоция, когда тебе нравится смешить зрителей. Вот юмор, какую-нибудь шутку с юмором. Это когда люди анекдоты рассказывают, и люди смеются. Это анекдот, и как бы тебе начинает смешно идти, это юмор. Юмор для того, чтобы думать и потом делать. У человека плохое настроение, как его рассмешить? Потому что это у профессионалов получается легко. Они своим взглядом, своим актерским мастерством как-то захватывают его. И как будто бы щекотно становится и смешишь. Первый рецепт – рассмешить себя и друга. Если не помогает – расщекотать. И еще можно рассказать шутки. Если он грустит, то пойдет он в цирк. Если кон его рассмешит, то тогда будет веселье. Надо ему рожу покорчить или смешную шутку или смешную песню. Нужно рассказать очень-очень-очень-очень смешной анекдот. Сейчас вспомню начало. А кто же сочиняет анекдоты? Поэты. Тоже фантазеры. А еще я смешную поговорку придумала. Скажи, боги, боги, я оторвала тебе ноги. Учительница спрашивает Петю. Петя, ты знаешь, почему птицы летают на юг? Да, знаю, просто им лень идти. Такой анекдот, где я всегда смеюсь. Мама ему рассказала анекдот, и он рассмеялся, и он веселый. Была Баба-Яга. Ее пригласили на праздник. А у нее на голове три волосинки. Она думает, какую же ей прическу сделает. Думает, сделаю косичку. Начала сделать косичку, отпал один волосок. Говорит, сделаю два хвостика. Начала делать два хвостика, опять отпал один волосок. Потом говорит, пойду лохматая. Я там рассмешилась так, что даже не смогла остановиться. Правильно, надо смеяться. Это улыбаться и смеяться. Можно по-любому смеяться, но главное, чтобы ты не смеялся, как хрюшка. Такое чувство классное, когда тебе очень смешно. Если ты начинаешь работу юмористично, тогда у тебя должно быть, наоборот, очень много юмора, чтобы составить юмористичный юмор. Thank you.